Сферы, можно пробовать инициировать, ТБ подставляется, но не хватает радиуса. Тем более, радиус прыгнет до этого. Это нападение на Рубика. Рубик, да. Он... Так. Время выиграть. Шорты закрыли. Свои же. А вот она и хроносфера ставится по одной трофе. Нет, еще и пускай в нее попадает. Блэкхол продлевается контроль. Блэкхол уже на самом деле не знаю, стоило ли давать одного Шкара. Да нормально. Пойдет. Тут, напомню, сложно нажать блэкхол. Там есть Винга, есть Рубик, поэтому вряд ли он чуть позже нажал бы лучший блэкхол. Посмотри, Лина просто агрессивно стоит, бьет мид-тауэр. Под пассивочкой разогнанной, почему бы и нет? Что, он сейчас бьет тауэр, что ли, соло? Никто не дефает, не подходит, там убивает еще и Рубик. В принципе, пик довольно слабый. Не знаю. Ну или на пятерочке, как он уже показывал. Просто выступаешь в виде сейва, так, украл станчик на Рубике. Это good spell. Там сейчас варды будет девардиться. Рубика еще могут забрать под фиссуру. Рубика отсюда не убирать, а там тем временем наказали Энигму. Лина нажимает БКБ, но понимает, что против Трэлблейда она не может драться пока что спокойно. Дает лагуну в Рубика, Рубик в таверне. Венга сейчас сделает стан. Когда БКБ кончится, да там даже и БКБ не успевает кончиться. Очень много урона Трэлблейд под метаморфозой. Камбэк от Атлантик. Два минуса полноценных. Забрали Лину, которая была в оверфарме. Получили с нее 700 голды, практически 600. Гений на Рубике. Просто стоял там, мансил, забайтил, трех героев на себя стянул, команда успела подбежать. Да, просто... Что это, Фриношан? А куда? Видимо, на разведку ходил Инчатр, чтобы хроносферу поставил Faceless Void, и не хотят Неон отдавать Фриношану. И не дадут. Тут еще нападение на Шейкера. Хил. Может, и дадут. Ой-ой-ой-ой-ой, у Рубика фиссура. У Рубика фиссура, это очень страшно. Да. Тоже такая способность, которую мы не особо учили. Ремдрафт обставится Блэкхол. Ой, Блэкхол, хроносфера в одну. Нужно фиссуру дать? Где фиссуру? А, ну КД, КД была. Нет. Ну, она от КД шла прямо под конец. Не знаю, он бы, наверное, не засейвил. Блэкхол появляется через 5 секунд, и тут прям такой решающий момент. Нет хрона. Ну, нечем так, и... нападение на Рубика. Ой, это очень важно, будет Рубика. Нужно подстанить. Тогда убьют. Мне нравится каждый его билд, который он делал и в прошлой, и в этой. Знаю, Атлантик, что это выход на Рошана, но не успеет, они уж точно уже ничего сделать, потому что Рошан падает, он падает очень быстро, длинные войда. Смоук разбивается, но вы не успеете, парни, вы не успеете! Нужно выйти, не он испортится, не надо драться. Но Винга бежит вперед просто и свапает Лину. И не очень больно, а? Ой, какой хрон от двоих. Можно убивать ДП, Рубик, и Энигма может заблэкколить. Теперь спокойно. Тут даже некого блэкколить, одну Вингу, который так на полной гифтоверне. Терроблейда можно заблэкколить, надо к нему подойти. Войт развлекается Терроблейдом, у него есть Аегис. Если что, нажимается блэкхол по двум героям, третьего не засасывает, но этого хватает. Правда, стан лует Войт, это очень неприятно, но Терроблейд по итогу получает по лицу тамбую фиссуру или таверну. В таверну Терроблейд. Даже Вингу отправят, и только Тускар на телепорте убегает. И вот я немножко удивлен, что Рубик пока ничего не смог украсть. Вечно у него не получается позицию нормальную выдержать и дождаться постановки кнопки не в него. Ну, начнем с того, что это позиция 5 Рубик. Это во-первых. Ну да. Во-вторых, не четверка. Даже на четверке Рубике, как я и говорил, против Энигмы, когда есть герои, которые на тебя прыгают, а тут есть Войд, который может на тебя прыгнуть, есть Шейкер, который может тебя найти в файте, в теории подстанить. Тебе тяжело, ну, импактить. Угу. А на пятой позиции куда не шло. Опять Enchantress в Алрус Кик направляют, что еще? Полет. Хейтеры Enchantress. И что, просто продадут? Так, ну, Тускара за это нужно забирать. Войд выходит, начинает бить Тусика, свапает Тусика. Нужно чейзить Enchantress. Байбэк. Они хотят дальше давить, Лина под Сильвер Рейджем. Не нажимает на спину, она поймала станом. Хрон останется, тем не менее, в двух керри. Это очень хорошо, но нет урона, надо, чтобы кто-то подошел. Вторая хрон от Рубика, но бесполезная, потому Шейкера. Ой, блэкхол двоих. Вот сейчас всех тут убьет с Линой, скорее всего. ДП, правда, там дерется, английского уже нет. Лина погибает, но это он будет заходиться, потому что бай, конечно, имеется, но даже так шансов мало. Ой. Который развлекается как может. Опа! Вот он Маурус Кик. Урона хватает, но блэкхол по троим! Очень много урона, пускай победа, нет, Террорблейд переживет или переживает, но по итогу еще один блэкхол, снова по троим, Энигма!
Мега хорош, да, закинули под фонтан, но это же Void, это же Void, да. Я думаю, что он только ради этого и покупал Аганим. Вот просто только ради этого он покупал себе Аганим на Тускара. Чтобы в конце, перед сносом трона, совершить одно убийство. Ну, значит, получается...